Следующая участница из Украины – Мария Даниэла Трахтенберг. Марии Даниэле 13 лет, и она учится в физико-математическом лицее. Интересно, что при этом она терпеть не может математику, зато обожает читать. И ее любимый писатель Михаил Зощенко. Отличный выбор. Итак, Мария Даниэла Трахтенберг, Украина. Встречайте! Сумерки, последний день Америки, ее душа с его душой. Встретились хороший фильм, только дождик не похож на шторм. А дальше камера освещает на... Ну, в общем, то все замерли. И эпизод из прошлого хороший фильм. Вот если только не сырой попкорн. Монотонно льется дождь. Ну, скажи мне, чего же ты ждешь? Ведь ты со мной не пропадешь, сдавайся мне. Смотри вокруг, какие волны, только ты меня запомни. А это море на щеках просто дождь. Окей, радуга, синий цвет и розовый все падают вокруг шипы. С розами хороший фильм, споры сделаны на 200 лет. Кажется, что я пою в опере, и кажется, ты уже в штопоре. Хорош фильм, если только проглотить сюжет. Монотонно льется дождь. Ну скажи мне, чего же ты ждешь? Сдавайся мне. Я долго о тебе мечтала. Может, мы начнем сначала? Ведь ты со мной не пропадешь, сдавайся мне. Смотри вокруг, какие волны, только ты меня запомни. А это море на щеках просто дождь. Я долго о тебе мечтала, может, мы начнем сначала. А это море на щеках. Дождь.